Все, может уже, погнали. Рацию оставьте. На всякий случай два маршрута от моста. Кстати, КВшка стандартная или что? Сейчас. Это третья или четвертая миска? Третья. Написал частоту это моя группа, но кто хочет, нужно нету. То есть гон заберет один СУ с миниганом, мы берем все оставшиеся машины и едем по маршруту. То есть у нас должен тоже кто-то быть на СУВе. Чёрт, я миниган беру. Стрелком. Сдоник не кричит. Нет, отвечать. Да, вот все-таки ёшка. Убею. КВ, студент, с вами был. АВ, а у нас какое? АВ. Давайте с ПЗ на одну часть. Окей. А пока мы его прыгаем. Да, а я залез на рюкзак. Ну, клич, стрелком будешь? Да, конечно. Мне даже голограф есть. Давай, водитель, хорошо. Давай, ворон, давай! Давайте, грузимся. ПЗ, мы с вами на часы. Что? Да. Это 1-1-Е. Это 1-1-Д. Не понял прикола, у меня... Сижу немножко с вами. Реально. Давай. Или нет уже? Уже все, по-моему. Два сзади. Ну, да. Соседняя машина там, на Москве вроде, или там кто. Все пропустил, откуда едем? А, в принципе, ладно, че, я за вами иду, все. Ну, как только я вижу, я начинаю стрелять как укушенный. А, ну, Клик, смотри, короче, будем заезжать по, когда железки по этой, ты давишь сначала стройки, все этажи так хорошо. Давайте, я нормально. Я понимаю, да. Да, и будет еще справа стройка, не стройка, а высотный дом, на крыше могут сидеть. Ага. Дави, и какую еще краны именно? Будут эти, портовые. Понял. Такие. Господа, вы там долго еще? Скайстейл не позволяет. Раз, два, три, проверь. Ну, давай проверим. Так, все. Вы готовы? Поехали. Где мост? Третья стрелка. Это гон за мост приехал, никого не вижу. Просто студент угнал. Еще на переднем сиденье фантом сидит. Да, проверка. Это было не ДВ. Да ладно, нафиг. Какая разница? Это чистая. ДВ. А GPS у кого-нибудь есть, у кого? У нас присутствующий. Вертолет надо. ВП-то есть. Чё? Вип-пит? Да-да, чё? GPS есть? Да. Ты будешь меня наводить? Ориентируюсь, где мы идем. Гипер. Сейчас на моста доедем, я тебе скажу, какой там мост будет, и уже от него будешь. А, нам надо уходить в пару. Мы через мост едем? Боже, там тебя уже ЖД нарисовали, памятник. GPS у меня есть.
АВ. А, вон чё. А на какой маршрут, Паш? Востока заходим или с запада? Восток. Ага, понял. У кого-то слишком много свободного времени. Это новый мост. Не раньше БРД его были, один или два штуки. Новый мост? Помним, да, был. Он был. Это мост. Всегда был же за мост. Это новый мост. Называется новый мост. Он на внизу, на юге. А-а-а. Двухполосный. А почему у кого-то много времени? Ты про танк? Че? Я про танк. А. Блин, тут, чтобы приблизить, надо плюсик нажимать на нампаде. Именно зажимать. Мне репит, главное скажешь, когда поворачиваешься. Ага. Чё, не скоро? Где там моя ложка? Тут едет 115, есть. А я вообще скорость чувствую. Да никакая вообще скорость. Блин. Стоим как будто. Да. Я на велике также езжу. Мягко идет. Подъезжаем к скрещению синих маршрутов. Почему тут вообще 110 максимально? Город еще не скоро. Бесит. В третьей армии можно хоть 300 вернуться. А что у тебя за заходят, да? Повтори что? Да. Один одинцы вместе с одним. Следующий налево поворот будет наш. Ну вроде да, там что-то. Поворачиваем, Паш, здесь. У нас же Чарли, по-моему, тоже присоединилась? Yes. Не знаю, все ли. Ну, да, все группы вместе идем с востока, все вместе. А с запада кто? Мы там высаживать будете или нет кого-нибудь? Потому что мне дали набор. Я тогда... Ты снайпер? Я тогда с запада пройду. Да, у меня оптика. Ну, с тобой дальний, это... Только со стройки ты будешь работать хорошо. Ты можешь нажать на нампаде, типа, свэш и иди. Ну, мы уже подъезжаем. Да, я понял. Я уже раскручиваю ствол. Оно слева должно быть. Я жду отдельно ставить, он карту. Слева будет все, слева. Да. Хороший обзор. О! Значит, далеко. Сейчас на ЖД выйду, сейчас. Да, там все вкид было. Ну, поехали. Думаешь, соседним не будет их вот здесь вот? Нет, это будет. А-а-а. Воздух там начинается, наверное, работать. Нравится, я уже твой. Ну ты на канал. Да, ты чешешь. А это максимально скорость. Это у меня максимальная скорость. А ты чуть-чуть на насыпь заедь, попробуй. А трясти на по-моему, попадать не будет. А? Нет. Вертушка, нет. Все приняли, рабочий. Верт рабочий, говорит. А стройки что-то нет? Да и это направо. Повтори. Быстрее. Это он про машину говорит. Все, далеко, ну. Высадка. Тут ГПС, так что на месте долго не стоим, как выйти хорошо. Мы высадились, заехали, высадились. Мы выходим. Выхожу из машины, ДВшки не будет. Хорошо, подожди. Да я допку на это настроил, пошел. Ну Данис, может. Ух, хорошо. Убили? Не знаю. Кран, кстати, надо проверять будет. А за стройкой там здание есть, типа больнички, там кто-то есть уже забор. Возможно, что убежал. Наблюдаю.
стройки, со стройки походу. На стройке. На лестницу, на лестницу. Есть возможность ГПшку послать на лестницу на стройке? Я ранен. Верхний. Да, именно. Блин, ну лестница, лестница, пристрекает. Там рупор, рупор. Если я правильно понял, это где рупор? Есть свои пожарки. Туда сейчас стреляют, правильно бьют. Ранен, кто купышит? Извини меня. Они могут за зеленую зону выходить. Да. Хатап, бонзай. Интересно. Нет, бейер, бонзай. Нет, хатап на юге. Да. И прайс. В городе выиграл. Ебать, они гпшат через всю карту. Какого хрена? Ну, вот этого не сказано было. Угу. Они вообще не застройки гпшат. Там всё карачевое. Ну понятно. Мне из больничек дали. Они сидели. Бонзай. Понятно, почему. ГП прямо в лицо. Да-да. Так хорошо. То есть это шампанского в лицо. Да. Я сманеврировал за электростанцию. На высоте 2 метра держался. Тут смотрю, машина приезжает и меня сбили. Что за КП шел так много? С кокирком по жопу. А что он там делает на крыше? Сказали, на зеленую зону не выйдут. Вот так. Сказали, я ошиблись. Бывает. Ну, зашибись тогда. Угу. Если еще выиграем, то это будет очень удивительно. Да, ты че? Огонь, что там? Сзади работают, сзади. Как так? Свои получается? Нет, нет. О, хатаба шмальнули, отлично. Хатаб. Что? Капец ты читак. Знаешь, сколько там наших положил? У меня тоже. Не знаю. С ГПшками. Я видел 2 и 3 возле крыльца сейчас. Я в него попал, но выдержал или нет, не знаю. Что за бань, за бань. Всех, кто вышел. Это зеленый. Да-да-да. А кто меня убил? Прайс. Просто посмотрите, с чем Каркарыч бегает. Нифига у них тут снайперов, блин. Ну, 2 всего. 3 вообще-то. 3? У кого еще? 3. Каркарыч, Ворон и еще кто-то. Ай, Прайс. Ворон, Прайс. Воу. Кочегар сейчас что-то будет делать. В упор, наверное, делать будет. А у вас ГПшки? Причем дикое количество. Mm-hmm. Не знаю, я с бота просто еще столько же, сколько мне было снял. Вот он. Я на самом деле мало, мне бы еще столько же. Хватит, хватит. Стреляли, хватит, успокойтесь. Гонзо, все, отступаю.
Иванчик, а как же там 70% легко? Не, меня с упора сбили. Туда подъехал Бонзай с этим, с Войдом. И они меня ГПшками сбили, когда я низко над землей был. Короче. Там уж никаких шансов не было. Ну как ты его не увидел? Я увидел, довожу то, что у них машина. Нет, я начал взлетать и улетать, и меня в этот момент сбили. А, ты, видимо, я разворачивался на тебя. Ой, ты никого убили? Вообще ничего не понимаю. А я кого? Блять, я думал, мы эти. Американцы. Да я что-то затупил. А Макс, оказывается, эти придурки. Да. На меня выбежали двое, а я вот просто тупо смотрел на них и все. И встречал, да? Да, и да, тупо двое, прям мог бы двоих свалить. Вор. А как его убили? Снайпер. А. Мастер там лежит. А Сдоник решил зарандомить, ну и свалил на спину. Это он там на крыше валялся, да? А Сдоник? Ну никто там на крыше так и будет с эмкой сидел. Неизвестно. А что там следующая миссия? Конечно, там смотрим. Вообще, зачем этот зеленый квадратик? Хатап. Да-да, кстати. Видимо, только Тейгер сбивает с понту. Тейгер, чтобы это убить всех. И в этой зоне? Да. Там вроде если не все из него уйдут, он это надо. Ты чё, стоп, Брайс, вот так тебе не надо? А мне норм, я вон солитарий это, довел до того, что он вышел, двоих еще убил. Я доволен. На этом кто-то ГП шел, хз кого-нибудь убил, которых, но потом дошел до этого СО, застрял от пола, просто сидел, что-то смотрел. Вот вы с вами ГП шел, да? Ты кого убил? Фиг знает, вот здесь чики-брики сидит. Где куча трупов вокруг. Это твой байпит был. Да, да, я его видел, ты потом выбежал. Это двоих мог забрать. А кого ты еще там видел? А, не, больше никого особо не вижу. Тупо не знал, против кого играем. И все. Думал, своих тут шоссе. Да, у меня такие же были иногда. Обманки. Странная атака вот. Захлебнулась. Ты уже меня видишь? Не, ну чики он вообще, конечно, выглядит красавчиком. А смотрите, Бонзай где вообще, это же какая. Боже, собака, это чики, блин. Я на него выхожу такой, крутой. Очередь, он очередь к пузом принимает, и мне очень. Бонзай вообще не это, не с нами? Бонзай, кто? Бонзай синий. Ну, он синий, Бонзай, он синий, а он ранен, по-моему, без сознания, да? Я вижу. Ну да. Смотри, там кто-то минул, сзади, там Бонзай проехал. Гонзо, он просто... Теперь уже с нами. Ну, хоть кого-то сегодня... Бонзай. Да. Бонзай, можно вопрос? Нет, нет. Он жив же. А, Бонзай с... Посол зарядили. Главное, уехал с моим А12? Да не было там А12. Чуть не убрал, что ли? Да. Зачем? Я вообще только ради этого эту миску и любил. Теперь не люблю, да? Удаляй. Надо ее ставить. Удаляй, пошли. Да. Тогда и картель тоже удалять. А кто был в этой, в пожарке в углу, там, за Шкеринс? А 12 был такой шик, понимаешь, как бы карта такой шик. Выделял ее на фоне других подобных. Гонзу, наверное, лутаться. Хотелось бы посмотреть на тебя Сдоник, если сделать миску, который загончик такой целый книги, а внутри А12 лежит. Да нет, знаешь, не сам цель А12, то что оружие, мне вообще не будет юзать у нас.
что-нибудь такое. Ну, хотел бы он за еще есть одна миска, где она юзает. Офигеть, Скитис живучий, зараза, а? Сколько по нему выпустили? Ну, по нему не раз попали. Да а там всю стену обстрелял. Ну, ты не попал. Или кто-то. Прайси. Он не ранен вообще. Ты в домике попал. Каком? Не, я на домике был. Я сами попал бы стрелять. Ты где был тогда? На кран, да, тут он, смотри. Рядом с краном, правее. Там он лежит, тело какого-то веселого чувака с эмкой и меня по соседним домам. Ой, ботаны. Кто у вас сидел с снайперем, короче, там? Несколько, короче, недалеко. Нифига себе, финал. У нас ворон еще снайпером был. Я ворон выпал, я ворон выпал. Ворон. Ворон. Да-да-да. Тебя убил. Я понял. А? Ты, а что ты проверку включил? Я был в тебя раз проверку. Стрелял там просто. Нет. В череп. Это два раза написал. А что это? Я не видел. Погоди, еще раз. Че? Че эта проверка делает? Проверяет игроков. Ты... Окончание миссии. Ворон. А, то конца. Да я то ли в тебя на струки стрелял, то ли в кого-то. А зачем? А зачем это подключаем им делать? Да-да, я тебя... Ну, это старая версия. Ты в домике сидел, да, как сейчас. А зачем ты раньше это делал? Все ясно. Кстати, я понял, почему на трешке, ну, наверное, пацаны уже давно поняли, это Паш, А3 на Fallujah больше лагает. На 3 она лагает, ну, больше, чем на А2. Там, наверное, все здания... Эти здания, которые из Сарани, типа закрытые. Там используется библиотека, где они, ну, с открытыми, где можно эти открывать, закрывать эти створочки. Разумеется, все сложнее. Ну да, это там. Ща гонза затащит. Каждое такое здание умножаешь на столько, сколько там этих анимаций всяких. Плюс опять же внутренняя геометрия. Я удивлен, почему у меня Fallujah не лагает. Да, тут она особо не лагает, на самом деле. Именно в А2, а вот в А3 там ставишь ботов 20 и все просто. И все. Забудь про FPS. Кто мне скажет, то меня убил. А, неизвестно. Статистика скажет тоже. Иногда она не говорит. Ну, я, кстати, наверное, знаю, где мы после следующего ошибаются. Скажи. Ага. Сейчас. Только быстро не врубай. Дай посмотреть, ты убил. Еще людей много очень. Ну они не атакуют и не обороняются. Ну да. Ну скажи, типа, даю там 5 минут на атаку. То есть, а миссия так не обороняется, да? Клады. Ты постоянно копаешься? Не, АГС работает в зоне. А, АГС спит. А, АГС, Гонзо его украл у вас, ожидаю. Чики-брики приехал? Или нет? Нет, по-моему, нет. Вы в дамках? Нет. Мальбор отряд расформировал. Чё? А чё у него там? Малый онлайн. Да. Сам покикал весь отряд. Там малый онлайн. Угу. Жесткий отбор. Жесткий, да. Скайти стоит, а перед ним этот... О, он убежал, подожди. Не получилось. Контейнер спас меня. О, солитарий. Нет, тебя не контейнер спас, ты просто на него вышел. На контейнер? Нет, там слева стоял скитекс.
Ник, это он на пожарке сидел? Да. Я думал, стрелять, не стрелять. Я у них на КВ сижу, слушаю. Не понимаю, что происходит. Это кто? Кочегара? Точно, Кочегара. Мне кажется, не пойдет у них. Я разве что был за сейчас что-нибудь сделал. Не, ну они уже не штурмуют, они уже что-то как-то это. Кто кого пересидит. Ну, кстати, заметил, что у чехов, ну, по-европейскому сделан Land Rover. Хорошо, чехи. Какой-то стол, все открытое, да? Вроде. Не, в смысле... Просто. А. У меня сейчас был прикол, Гонза сидел на пассажире рядом с водителем, и при этом у меня Land Rover ехал. Фига себе, Гонза. Вот. Вот и все, Гонза. О, Хагбар. Жаль, не сгорел. Сгорел. Ты на камень налетел. Нет, меня ранили. Камень. Ну, там все совпало, видимо. Тебя ранили, ты ехал, налетел на камень, ты колесо выбило, короче, там все было вместе. Черный камень вместо спектатора. Так и должно быть. То, что ты сгорел. Обуглился. Перезайду. Там кто-то до сих пор же снайперка выигрывает. Каркарыч. Ну. Сейчас еще одного зеленого убивают. Смысла нет. Ебануть. Наверное. Хотя, в принципе, два турмую, да? Давай корейскую войну. А? А вертушку быстро сбили? Быстро. Это было очень. Что надел? Никто не почувствовал ее, по-моему. Да нет, она зависла в 100 метрах от нас. А, зависла даже. В смысле зависла? Я автозависание вообще не включал. Воюет один кочегар. А ты мог и зависнуть вручную. Уж мясо пойдет с кочегаром. А что ты тогда около завода делал? Не поверишь, я от М2 скрывался, потому что я видел, как она в меня стреляла. Это единственное лучшее прикрытие было от нее. Ну, лучшее прикрытие это уебывать. Да. Хрен кто попадет. Причем до того момента, пока не попадает. Попадают. У меня автомата не было, я бы мог пилота снять. А какого хрена вообще за зеленый круг выехали? За какой круг? Можно, значит. Где круг? Квадрат, без разницы. Который квадрат, да? Круг умер. Да. Нихера себе, да можно ползать по шахте лифта? Как ты это сказал? Конечно, можно. Нихера себе, водопроводчик. Короче, там лестница, видишь, просто он неправильно ползет по ней. Нет, круто, я даже не знал об этом. Это русская новостройка, чего вы хотите? Новостройка. Фалуджа.
какая новостройка русская? Советская, без разницы. Фаллуджа. Советская новостройка. Без разницы. Сигар просто невидимый. Потому что правильно делает, он перебегает укрытие к открытиям. Пью, пью. Пью. Пью, пью. Это кого? У нас живет пленок. Пока. Что это за музыка? Польский спецназ. Где лопата? Кого-то на крыше убили, точно снайпера убили. Никого не убили. Ну я про этого, про Николая. Чё Коль без лопаты? Друг был у него. Это я был. Что? Он меня чуть не убил. Мне ноги прострелил. Понятно. Сейчас обефикс отбьют. Каркарыч ВХшник. Вы зачем ты? По времени ограничения есть? Есть же отчет времени. Нет. Только не говорите, что полтора часа. Два, да? Что вообще даже времени не вижу. Один световой год. Да. О, световой год. Время. Световой год. Ясно. Это долго. Световой год? Да. Прости, это расстояние. Я знаю. Не всего долго лететь. Это используют в обоих случаях. Нет. О, убил. Во времени это не используют. Кого? Используют в Нет. Четвертого синего. Каркарыч был. Световой год это... Если каждую секунду летит со скоростью 300 тысяч метров в секунду. В течение года. Представь себе расстояние. Можешь посчитать. Лень. Ты слишком много. Зря Николай слез оттуда, он мог бы с крыши снять. Я сейчас, наверное, Каркарыч быстрее его снимет. Ну. Или кочегар кого-нибудь нанят еще. Чигар пытается у них ФПС понизить. Блин, мне доставляет, короче, здание больницы, посмотрите, там просто шторки. Лучше бы текстурно сделали их бы. Шторки, которые в окна? Да. Я посчитал, как ну да, если вы смотрите. ФПС немного проседает из-за них. Угу. Они как объект считаются. Знаешь, какое-то расстояние? Вообще как бы не видно. Ну да, кстати, вообще бесполезно. Юзус. Можно же. И внутри комнаты с кучей стульев, вот, чтобы войти не фиксил убили. Лукас Бродский, без сознания. Или не убили. Каркарыч какой-нибудь берет. Нет? А, не убили. Ранили. Это будет длиться вечно. Не, кочегар сейчас на кого-нибудь напрется. Сейчас Кронусом направо. Кочегар! И Кронус ты его увидел. Я думал, они убьют. Ну все.